42 тысячи ветеранов Кировской области получат благодарственные письма. Но в этом году вместе с поздравлениями Владимира Путина почтальоны вручат поздравления от жителей нашей области. Они были собраны Почтой России во время благотворительной акции «Благодарность земляков». В акции приняло участие около 1500 кировчан. О других новостях смотрите в коротком видеообзоре. На неделю позже, чем в прошлом году, в области начались посевные работы. Из-за погоды их пришлось отложить на 8 дней. В этом году весной на проведение полевых работ сельхозпроизводители собираются потратить 2 с лишним миллиарда рублей. Чуть меньше половины – собственные средства предпринимателей. Остальное – кредиты и субсидии. В том числе области своего и федерального бюджетов уже выделила 320 миллионов на развитие растениеводства. На эти деньги планируется возмещать оплату процентных ставок по кредитам и покупать агрохимикаты. Одна из центральных дорог города Котельничево во вторник была перекрыта в течение часа. Там в скорости соревновались школьники, студенты и рабочие. Всего 120 котельничан приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. Лучших среди учащихся местных школ, училищ, а также сотрудников предприятий города выбирали не только по возрасту, но и среди женщин и мужчин. Победители получили кубки от главы города. 40 семьям Белой Холуницы подарят цветы добра. Центр соцобслуживания и клуб садоводов вместе со школами города проводят социальную акцию. Эти организации подготовили рассаду и комнатные растения в горшках для того, чтобы затем их подарить семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями. По словам одного из организаторов, к таким визитам относятся позитивно, несмотря на то, что практической пользы они не принесут. Маленьким подаркам рады. Цветы поднимут настроение в семьях, у которых много проблем и трудностей.